Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, сегодня мы с вами поиграем в игру под названием FrostRunner. Здесь нужно будет проходить уровни на скорость и вообще вот больше я ничего не знаю. Так, мод Select, FrostRunner, сингл, свободные прыжки, одиночные прыжки, стандартные, высота прыжка, 3 тизер каунт, что-то непонятно, что это такое, стандартный тизер рич. This is way, FrostRunner way mean to be played. Icebreaker, double jump, двойной прыжок, создает прыжок в высоту, типа, я не знаю, что такое. Ну, короче, давайте мы начнем с самого начала. Самый первый мод выберем и будем играть. Так, ёлки-палки, а что так резко-то? Так, давайте мы DPI вот хотя бы вот настолько вот, да. Так, press space to start. А здесь, вот здесь почему нельзя? Почему нельзя изменить? Так, блин, я мимо пробежал. Так, use the fast case to move, reach the exit gate to finish the level. У меня даже телефон почему-то разблокировался, непонятно почему, но... Так, нужно добежать вот сюда, да? Так, complete, а почему complete return to level? Так, давайте мы выйдем. Главное, чтобы не из игры вышел. Options. Мне нужен контроль. Да ладно, он и так на нулях. Серьезно, что ли? А как мне жить с этим вообще? Если он так быстро делает все это. Мне прям очень-очень быстро. Он очень-очень резко. Ладно, давайте. Press space to start. Ну, а как... Чё-то я не понял сейчас, почему я упал. Рестарт. Вот, так. 5700. Значит, за 5 секунд проходят люди. Давайте рестарт еще. Пять 732. Да ладно, как так-то? Пять 695. Да как за 530-то? Ладно, давайте следующий уровень посмотрим. Это ж невозможно. Так, snowfall. Снежное падение. Чё, press space. Чё это такое? Stack somewhere. Не можешь пробежать, типа press R to reset. И чё? Они типа первый раз мне это не показали, а потом решили показать. Спасибо, ребятки. Next level. 5200. Ну ладно, на полсекунды хотя бы. Ну, конечно, тоже обидно. Почему-то как люди так могут пробежать, если тут, в принципе, быстрее не особо можно. Finding treasures. Press space to start. Ну это типа нужно найти вот этот вот treasures. Получено достижение. Я did it. Да, я did it. Так, за 8 секунд здесь проходят люди. Я прям на грани сейчас был. 4800. А какой у меня уровень? Место не показывают? Почему место не показывают? Я бы был не против, если бы был показывать хотя бы сотку первую. Быстрее я не пробежал, ну ладно. Давайте еще разок попробуем и следующий уровень начнем. 4800, нет, давайте еще разок попробуем. Быстрее опять, вот ровно в то же самое время. Ну, блин, это как-то странно вообще. 4822, я так и пробежал. Final test, последний тест. Так. Давай заново. Блин, давай заново. Здесь надо это. Девять 525. Блин, ну я чуть-чуть прям, вот, ну прям вот остается немножко, смотри, ну да? 9194, 9525, ну делов-то, а? Ладно, давайте следующий уровень. Сквозь цикл. Непонятно. Сквозь, наверное, этот вот.
Нифига себе, он быстро побежал. Давай рестарт. Ring activate moving platform. Jump сквозь кольцо, чтобы активировать это. Земля над платформе двигается с этим. Ну ладно. А, кстати, блин, можно было сразу туда сигануть. Не, нельзя было сигануть, я думал, что он долетит. За 4,5 секунды, это, ну, это нереально вообще, реально так. Блин, кошмар какой-то. Так, ладно, давайте, стейр-степпер. Стейр. Это стоять, что ли? Нет? Это нет, нет, наверное, не так пишется. Стейр, это по-другому пишется. Восемь восемьсот пятьдесят пять. Ну это реально надо задрачивать, чтобы прям вообще это так идеально проходить. По-моему, там вообще нет никаких придирок прохождения. Keep up. Сделай вверх. В смысле? А, нет, не так, если я что-то сделал. Восемь секунд! Да ладно, да, ну не может быть, где здесь можно срезать? Здесь нереально нигде спрыгнуть просто так, чтобы прям... Блин, я и так вон наискосок бегу, я даже не это... То есть я прям... Блин, это нечестно было сейчас. Это прям реально было нечестно. Это прям вообще кошмар, как нечестно было. Блять, ну... Ну, на самом деле, это, не, это нереально просто. 18 секунд по-любому получается. Как за 8-то? Тут ниже 10 точно никак, ниже 15 никак нельзя. Я просто там пару мест знаю, где можно сократить. Ну, тут нет. Go around. А куда я раунд-то? И? А как я должен был... Как я должен был еще что-то сделать тут? Да, блин, он не прыгает, что я могу сделать-то? Прыгать не собирается даже. Блин, уже это. Я б красный, я так понимаю, умираю. За 7 секунд. Ну это вообще, это impossible какой-то. За 7 секунд это пройти. Next level, давайте. Я забыл прочитать, как уровень называется. А в смысле, а что делать-то? Это рано. Одиннадцать секунд. Получено достижение. It's got in ring to eat. Faster than plug. Хонки будет непонятно. Next level. Я не знаю, как тут можно проходить быстрее. Я, там платформа так быстро не движется, чтобы я так пробежал. Slip and slide. Что-то слип и скользи. Ох! Ни хрена себе. А, you move fast and on ice, but have less control. Типа ты если ты двигаешься, быстрее на льду, но теряешь контроль. Давайте мы за секретиком сгоняем вот сюда вот. Опа. А мы заново начнем. 4. Ну за 3. Ну, здесь еще можно как-то. 4.025. Блин, это я потерял, что. А, ну да, это я.
Или это предыдущий? А, это я типа охренеть, насколько я медленнее прибежал. Или нет? А, ну да, это я в этот раз медленнее прибежал. U-Type 3900. Восемьсот. Три восемьсот тридцать семь. Блин, быстрее, медленнее. Я все равно это делаю. Три восемьсот тридцать восемь. А, 4049. Рестарт. Блять, ушел просто. Три шестьсот двадцать семь. Ну это прям вообще, это надо очень прям классно пролететь, чтобы побить этот рекорд. Это прям надо очень прям ровно пройти. А, скользи налево. Ага, сейчас буду скользить налево. Три девятьсот. Идеально, по-моему. Рестарт. Там секретик я вижу. Оба, секретик поймал. 3864. Рестарт. 3946. Ну, это как-то несерьезно, я считаю. 3774. 3774. Но это я просрал. Сейчас момент. 3542. Ну, блин, это уже как-то куда-то не шло. Хоть это прям быстро я сделал. 3503. Блин, слишком быстро. 3551. Ну, охренеть, вот это я сейчас медленно сделал. О! 3537. Ну, это я задрачивать не буду. Это прям, это надо очень быстро сделать. Half pipe. Я не знаю, как pipe переводится. Это половина чего-то. На пол шишечки, что ли? Это я на ледянке, что ли, скольжу? Я не пойму. Такс. Здесь проходят люди на полминуты раньше. Ой, на полсекунды раньше. Давайте рестарт сделаем. О, я сейчас просрал момент. Да я брал ее же, ведь елки зеленые. Вот она. Да серьезно, что ли, елки зеленые? Как так-то? Да это блин, капец какой-то. Так, рестарт, давай, еще разок попробуем и все. Как я там-то оказываюсь вообще, я не пойму. Один хрен, я не получается так больше пройти. Next level. Давай, следующий уровень попробуем. Так, keep sliding. Просто скользи, что ли, или что это? Так, за 4... Ну, тут как-то... Давай, секретик возьмем вот там вот. Вот это вот. А как его взять-то? Как там можно так ровно все сделать? Блин! Да что такое-то? Кстати, вот тут, по-моему, можно прям вообще это. Нет, не так. Здорово, я врезался. Ну не настолько далеко-то. Как это называется, а? Вот это вот, вот чувство, когда ты вообще все не так сделал, как придумывал. Я должен попасть прямо на вот эту вот писюльку. Опять я прыгнул не на нее. 5.097. И то медленнее даже получается, представляешь, да? Это как так-то? Я должен был на лед уже прыгнуть сейчас. У меня другая тактика появилась. Да ну ее в жопу, блин. Тактику эту.
Не получается у меня даже так, как раньше, пройти. Капец какой-то. Так, Snow Cross, Please Space to Start, давай. Вот это я молодец, вот это да, вот это умница, просто прям... Не приколебивайся даже. Здорово, блядь. Серьезно, что ли? Я прям был очень близок. Slide to the left. Еще одно достижение получил. Ой. Очень долго, очень долго, очень я долго это делаю. За 5 секунд. Skater girl. Не понял, почему girl. Girl, если я не girl. Так. А! Тут, короче, можно вот так вот сделать. Нет, так не надо делать. Да уж. 6949. Ну вот. То есть, вполне себе, да? Вот нормальный рекорд. То есть, ну, за 5 тоже можно, но я здесь это уже не сделаю. За 5 секунд это вообще кошмар, надо как задруть. Getting pulled in. Press space to start. Давай обучение пройдем. Прицелься в какой-то кристалл. Левым кликом. To the... А, to tether towards the crystal. Зацепись за кристалл. You pass through the crystal. Easy! Вообще прям. Restart. Отлично вообще. Ну почему я туда-то лечу? А, наверное, потому что я туда смотрю, да? А на что нажать надо? Не, давай еще разок. Ну, рестарт. Ой, блин, я на R случайно нажал. Ладно, давай, next level. Я особо не разбираюсь в этом всем. Press space to start, short and sweet. Короткий и сладкий. Прикольно. Семь секунд. Да ну нет, ну здесь негде больше быстрее бежать-то. Я забыл прочитать название уровня. А как я должен добежать-то? Да ёлки зеленые, ну в конце концов. А как я должен допрыгнуть? Он не долетает до нее. Я что-то не понимаю, походу. За 9 секунд! Как? Я не понимаю, как можно пройти за 9 секунд. Это... Блин, опять за название уровня забыл прочитать. За 7 секунд! Да вы серьезно? Next level. Каденс. The first of many. Первый среди множества, что ли? Я взял или не взял? Не взял, серьезно, что ли? Я брал его. И как это? А как я должен пройти-то там?
А, ну тогда понятно. За 5 секунд, да, ну, да, лоси вот на первом месте, охренеть вы тебе даете, ребятки. Next level. Кошмар вообще, тут флинк. Tether to Crystal, Pray Space, пока... Flink sent over the Crystal. Серьезно, что ли? А чё я до этого тут мучился-то, а? Зачем вы так делаете? Я, правда, сейчас еще учиться этому буду долго, но... Я поймал? Нет. Ёб твою мать, серьезно не поймал. Я, наверное, уже не первый пропускаю, поэтому... А, ну да, не... Я нажал на пробел. Не надо мне ничего говорить. Нажал на пробел, твою мать. Та за ногу, а? Нажимал. Вон, видел? Нажал. Ну это капец, конечно. Ну давай... Давай тогда вон там пройдем. А че это за уровни такие? А, это типа флинги. Вот этого. А, я думал. Ну ладно. Давайте мы тогда не будем переходить к другим уровням, потому что... Ну, потому что уже мы прошли далеко. Ладно. Big Lips. Это не губы, это лепс. Я не знаю, что за лепс. Ну, за 8 секунд я здесь, конечно, не знаю, как пройти уровень. Ну, ладно, давайте. Airtime. Время воздуха, что ли? Или время летать? За 10 секунд. Ну, в принципе, здесь можно, да. За 10 323. Ладно, давайте вон там пройдем. Да я нажал на кнопку-то, не получил результат совсем. Кстати, здесь можно вообще, по-моему, не это. А, я промазал. Да, здесь можно так пролететь. Я не успокоюсь, пока так не сделаю. Да ёб твою мать, ну серьезно что ли? Ну я нажимал! Нажимал, я тебе серьезно говорю, нажимал на кнопку. Прям ровно в нее лечу. Блять, ну серьезно что ли? Здесь нужно очень близко к нему подойти. Ладно, давай еще разок попробуем. Yes! Я так сделал. Но все равно быстрее у меня не получилось, поэтому следующий уровень. Сейчас попью немножечко. Оп. Смотри на землю. Или что это? Как можно было запрыгнуть за нее? Давай рестарт, я там видел, там снизу можно. Нет, не тут, снизу.
секретики. Да, полетели. Я не туда прыгнул. Я сначала подумал, а потом это... А потом передумал. Я опять не туда прыгнул, но здесь хоть можно вылезти. А как я мог медленнее прилететь, если я там даже за ворота запрыгнул? Ну ладно, давайте мы дальше следующий уровень попробуем пройти. Да тут проходить, в принципе... Несложно, просто нужно проходить лево и право. А, типа, есть разница, да, между левым и правым? А! Чуть нет, не ушел. Здесь, по-моему, без разницы, да, держу я кнопочку пробел или не держу. 17, рестарт. Филингинг... И саксофул, что-то я так и не понял, что это такое. Быстрее на полсекунды прилетел, но все равно один хрен, это 12 секунд очень долго. Еще 5 секунд где-то срезать надо, это очень много. Chain it together. Tether to crystal. Tether to the next crystal midair. Chain tethers together to move over large spaces. Я так и не понял, что это такое, но... Ну, будем думать, что мы сделали все правильно, но это было не то, не так. А на землю кто будет приземляться? Я когда на землю приземляюсь, у меня восстанавливается этот. О-о-о, закрутил, завертел-то. Блять, все не так я делаю. Это вообще не надо трогать. Трогать, говорит, не надо. Прыгнул бы хоть для приличия-то. Один хрен, да тут не допрыгнешь, поэтому нужно... Просто нужно делать вот так. Как можно здесь за 9 секунд пройти? Я не понимаю. Как вот можно это сделать? Как можно? Это насколько надо задрочить этот уровень, чтобы пройти это на 9 секунд? А, вниз. К центру. Нижний центр, что ли, я не знаю. Восемь, 355. От 10 места меня отделяет всего-навсего 4 миллисекунды. Ой, 400 миллисекунд. Next level. Меньше полусекунды, меньше полусекунды. Это просто мизер какой-то. Falling softly, мягкое падение. Почему он не сохраняет ускорение? Да ебанутый, что ли? Ты куда прыгаешь-то? Дурачок. О-о-о-о! Я, кстати, отпускал кнопочку, и он все равно это... крутился. Обо что? Обо что я там покар... Вот так вот это делать. Охуенный пиздата сочиняй. Стихи без мата, блядь. Ну как так-то? Ну, блин. Ну, просрал момент. Тут так как-то нужно. Слишком поздно я прыгнул. Слишком рано я прыгнул. Я даже не разогнался еще. Слишком поздно я прыгнул.
Здесь вообще не нужно так делать. Просрал момент. Это быстро я сделал. Сейчас, 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 сейчас. Я понял, что нужно делать. Не понял я, что нужно делать. Я просрал все. Весь плюс, в котором я находился. О-о-о! Это меня завертело, закрутило. Ну, первый момент я быстро очень прохожу, в принципе. Блин, да как так-то? Я не знаю, это... это прям издевательство какое-то. Это заново надо проходить. Да бррр, ты ёб твою мать, ну зацепись ты хоть чуть-чуть. Утырок ты, ёб твою мать. Просто просрал все, что было. Как в казино, блин. Да зацепись ты, ёб твою мать! Тупой, блядь, дебил. Я забыл, что надо делать даже. Просто это... А-а-а, это просто уровень издевательства какой-то. Я его пройти могу спокойно, но, блин, это, мне хочется быстро его пройти. Да вот почему она не цепляется? Свинина, блядь. Да ёб твою мать, ну серьезно. У меня уже жопа горит, блядь, просто от этого. Вот просто она не цепляется за него, просто не цепляется. Как так-то? Почему? А, ёб твою мать, чем цепляться-то будет? Я ёб твою мать все потратил же ведь. Сука ты, дебил. Ёб твою мать, ну. Сейчас, 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 сейчас. Не, не сейчас, давай нормально просто пройдем, да и все. Вот тут мы знаем, как сократить. А тут мы просто тупим, блядь, и ничего не делаем. Твою мать, зачем ты цепляешься за него, а? 17 секунд. Да я знаю, как пройти все в пизду. Мне надоел этот уровень уже. Up and over. Ёб твою мать. Пиздец, ну это как называется? Вот как вот это называется? Объясни мне, а? Дебил, блядь. Она тебя сожрет. Четырнадцать секунд. В пизду. Следующий уровень. Ой, блин, нервов не хватит на эту игру. Финиш лайн. Финишная прямая. Я просто прыгнул мимо. Кончилось.
Не кончилось. 13 секунд. Ну, здесь большой этот. The floor is lava. Pool is lava chain reaction. Все, что ли? Закончилась игра. Вот такая вот игрушка, ребятки. Молодцы, все, посмотрели меня. Спасибо вам всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.